Привет всем, друзья! Сегодня будет мега крутое видео о деньгах. Обязательно досмотрите его до конца. Я вижу, вам нравится, когда я снимаю видео вот в такой вот рабочей обстановке. Сегодня я вам расскажу, как увеличить ваши деньги в 2 раза, как увеличить вашу зарплату в 2, в 3 раза, да хоть в 10 раз. Есть один секрет, как это сделать. Давайте я сяду, сейчас все вам расскажу. Сейчас вот ходил по делишкам. Ой, уже на меня все смотрят. Немного стесняюсь. Да шутка, не стесняюсь. Стеснялся я раньше. Сейчас уже не стесняюсь. Так, друзья, сейчас вам будет мега крутая мотивация. И мега-мега полезный контент. Обращусь опять к хейтерам, которые говорят: ты льешь одну воду, давай уже практику. Ребята, все, что я вам говорю, я всем этим пользуюсь. Какая вода? Если я говорю, что нужно развиваться, нужно прокачивать себя, я ежедневно читаю, каждый день читаю статью по мотивации, статью по финансам и книгу. Вот вам совет, я это делаю. Вот вам совет, какая здесь вода, просто делайте это. Да, оно звучит не очень, блин, да что это за бред, но это работает. Погнали. Так, теперь мотивация. Где мотивация? Сейчас вам покажу мотивацию. Вот, ребята, вам мотивация. Вот мотивация. Если я говорю, что я инвестирую в золото, я покупаю золото, ребята, вот. Я все делаю, то, что вам говорю. Я выпускал видео, куда я инвестирую. Я не какой-то там балбол, что говорю: все, покупайте золото, сам не покупаю. Вот, поехал за золотом, купил золото. Сейчас. Вот. 50 косарей, еду инвестировать в недвижку. Ребята, вот вам практика. Я даю реальные советы, то, чем пользуюсь я об этом всем рассказываю. Если я говорю, развиваемся, прокачиваем себя ежедневно, я это делаю, это нужно делать. Короче, если я говорю, что нужно ежедневно делать отжимания, нужно делать отжимания. Ох. Так шикарно себя чувствую, ребят. Так, печаточку одели. Погнали. Понимаете, друзья, то, над чем смеются большинство людей, я это делаю. Вот и все. Вот весь секрет успеха. Большинство людей думает, что я там ненормальный, да, ну и пусть думают. Я буду делать эти вещи. Нужно делать ненормальные вещи, чтобы много зарабатывать. Потому что если вы делаете нормальные вещи, вы будете как все. Вы будете как все ходить на работу. Будьте собой, делайте что хотите. И забейте на чужое мнение. Вот и все. Ребята, вот вам мотивация, вот вам практика, вот вам реальные советы. То, что делаю я ежедневно. Да, это тупо звучит, для большинства людей это тупо звучит. Да что ты за чушь мне тут втираешь? Но это работает. Вот это, вот это, вот это вы получите, если будете ежедневно работать над собой, ежедневно работать над своей мечтой. Все просто. Можете говорить, что это все бред, можете говорить. Но вот залетают вот такие вот хейтеры и начинают тут: ты льешь воду, это все бред. Я показываю свой стиль жизни, как я живу, от чего я кайфую. Ну что, друзья, переходим к основной теме видео. Как увеличить свою прибыль в 2 раза, в 5 раз, в 10 раз. Каждый из вас может это сделать. Итак, начну с базового принципа. И мне кажется, вот этот принцип не понимают, я не знаю, 80% людей. Ну вот просто не хотят понимать. Вот почему охранник в супермаркете зарабатывает меньше, чем стоматолог. Вот почему? Скажите, в чем секрет? В ценности. Какую ценность дает охранник, а какую ценность дает стоматолог? Охранникам или там кассирам в супермаркете? Может быть, каждый. Каждый. Особого ума не надо. Сидеть, просто там наблюдать. Все, понимаете? Поэтому охранник зарабатывает меньше всего. Поэтому кассир зарабатывает меньше всего. Почему стоматолог зарабатывает больше? Почему? Да потому что ценность больше. Потому что нужно что-то знать. Нужно учиться. Там другая ответственность, понимаете? Поэтому там большие деньги. Теперь, почему певец, почему популярный певец зарабатывает больше, чем стоматолог? Почему? Опять же, все дело в ценности.
Какая ценность у стоматолога? Сколько ходит к стоматологу там людей? Ну, я не знаю. Давайте там 50 клиентов. Все, это потолок. Давайте 100. Сколько людей слушает популярного исполнителя? Миллионы, понимаете? Музыка популярного исполнителя звучит из каждой машины, с каждого телефона. Он на концертах собирает там сотни тысяч людей, понимаете? Вот почему он много зарабатывает. Потому что его много знают. У него огромная ценность. Его песни слушают все. Хорошо, а кто зарабатывает больше популярного певца? А кто зарабатывает больше популярного футболиста или популярного боксера? Кто? Те люди, которые несут еще больше ценности. А кто эти люди? Это владелец компании Apple. Это владелец компании Facebook. Почему? Да потому что ценность нереально большая. Какая ценность у компании Apple? Все ходят с айфонами. Все. Весь мир ходит с айфонами. Поэтому он миллиардер, мультимиллиардер. Все сидят в Фейсбуке. Самая популярная социальная сеть. Поэтому эти люди миллиардеры. Потому что ценность огромная. Итак, ребята, я вас подвожу к секрету богатства. Как делаются большие деньги? Вам нужно давать больше ценности. Если у вас ценность минимальная, вы будете мало зарабатывать. Вот и все. В этом весь секрет. Я сейчас вам наведу два примера. Итак, первый пример. Как увеличить ценность? Допустим, вы работаете тренером в спортзале. Вы работаете 10 часов. Представьте, 10 часов в день ежедневно. Как зарабатывать в два раза больше? Можно работать 20 часов, да? Но вы физически не сможете работать 20 часов. То есть у вас есть 10 часов. Поэтому нужно увеличить ценность, которую вы даете в эти 10 часов, понимаете? Вот, вы тренер в спортзале, у вас там, допустим, не знаю сколько, 10 клиентов в день, вы работаете 10 часов, вы просто их тренируете. Вырастет ваша зарплата? Конечно же, не вырастет. Что вам нужно сделать? Ну, во-первых, можно завести Инстаграм. Если вы крутой тренер, можно выкладывать туда свои видео, а вас будут узнавать больше людей. Потом вам предложит кто-то рекламу. Вы создаете больше ценностей, а вас узнают. Во-вторых, вы можете запартнериться, да, с каким-то магазином спортивного питания и предлагать своим клиентам спортивное питание. Клиент покупает спортивное питание, а вы получаете от магазина процент. Вы несете больше ценностей. Мало того, что вы тренируете, да, вы снимаете свои тренировки и выкладываете это все в Инсту или в YouTube. Дальше вы продаете продукт, который будет полезен клиентам, вы несете больше ценностей. Вы не просто тренируете человека, да? Вы предоставляете ему больше возможностей, поэтому вы будете больше зарабатывать. Потом вы, например, прокачиваете свой Инстаграм, у вас уже там 100 тысяч подписчиков, у вас огромная ценность, вас все знают, вы уже можете там продавать свои курсы. Вот так это работает. Главное — нести ценность. Второй пример. Второй пример – это оптимизация. Сейчас я, кстати, занимался оптимизацией, оптимизировал свой неприкасаемый запас, оптимизировал свой пассивный источник дохода, можно даже так сказать. Итак, погнали к примеру оптимизации. Очень интересный пример. Я услышал об этом примере из курса Андрея Федорева. Есть человек, который продает сосиски в супермаркете. Вот вы продаете сосиски в супермаркете, у вас много сосисок. И вот вы замечаете, что к вам подходят люди и говорят: «Взвесьте мне вот этих вот полкило и вот этих полкило». То есть есть какие-то виды сосисок, и очень часто люди просят взвесить им полкилограмма. Итак, что делает продавец? Он заранее фасует эти сосиски не по полкилограмма, а по 600 грамм. То есть у него уже пакетики есть по 600 грамм. И когда приходят люди и говорят: «Можно мне вот этих вот сосисок полкилограмма?», продавец говорит: «Есть 600 грамм, будете брать?», чтобы не тратить ваше время. То есть они уже взвешены, уже с ценой. И 8 из 10 соглашаются. 8 из 10. То есть с помощью такого простого метода вы в день сможете заработать на 20% больше. До 20%. До 20. Потому что там 2 человека отказалось, да? На одних сосисках просто сделали оптимизацию. И это может сделать каждый. Я просто вот вам навел примеры, понимаете? Неважно, чем вы занимаетесь, каждый может провести в своем деле оптимизацию. Либо вести учет расходов и доходов, да, либо сократить ненужные траты. Уже будет больше денег. Либо добавить больше ценности. Каждый это может сделать, каждый.
Но нужно не лениться, нужно это все делать. Я вам тысячу раз объяснял, что учет расходов и доходов — это такая крутая вещь. Просто попробуйте записывать все это в течение месяца. Следите, чтобы ваши доходы всегда были выше, чем ваши расходы. Всегда следите за этим. Всегда сначала платите себе. Ребята, вот я уже вам говорил, что так все просто. Вот все эти принципы, законы успеха, секреты успеха, они такие простые, если о них говорить. Но делать их очень тяжело. Очень тяжело, да, кажется. Ну что такого, да, читать по одному часу в день. Но 99% людей не сможет продержаться полгода. Все равно один день пропустят. Это очень тяжело. Это на самом деле очень тяжело. И вот кто это будет делать, кто просто начнет от этого кайфовать, а не то, чтобы, да, это вот надо делать, все успешные сейчас читают, и я буду читать, но мне это не нравится, я не люблю читать. Нету смысла даже начинать. Если вы будете действовать только через силу воли, ничего не получится. Я заряжен, я кайфую от этого, я понимаю, что каждая прочитанная страница добавляет мне $100 в карман. Каждая прочитанная страница сегодня — это $100 в твой карман завтра. Я это понимаю. Поэтому мне хочется читать, ребята. Мне хочется читать, реально. Я понимаю, что каждое упражнение — это плюс там к моей фигуре через несколько лет. Каждое упражнение. Вот я это понял. И поэтому я кайфую. Я каждый день смотрю мотивационные видео. Каждый день читаю мотивационную статью. И поэтому, я не знаю, я самомотивирующаяся машина. Правильно сказал? Правильно. Как говорил Черняк, я сам себя мотивирую. Поэтому я никогда не перегораю, поэтому я вечно заряжен. А хейтеры будут переходить на мой канал и говорить, что ты нюхаешь. Ничего я не нюхаю, я под жизнью. Я сам себя мотивирую, я заряжен, я кайфую от того, чем я занимаюсь. Ну что, друзья, как вам видео? Понравилось? Что, сделать еще парочку отжиманий? О, вон как раз идут девчонки, сейчас зарисуюсь. Короче, ребята, огромное спасибо вам за просмотр, за поддержку. Подписывайтесь на все мои мотивационные каналы, ссылка в описании. Подписывайтесь на мой инстаграм, там очень много пользы, очень много мотивации, ничего лишнего. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и обязательно, обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк.